Ружы в Европе – одна из мэтов приезда жыхароў французского города побратима. Обмен кветками у память перамоги над фашизмом. Презент, скажем так, от французских наших гостей, друзей свалился, можно сказать, неожиданно. Я считаю, что он попал по адресу, то есть именно Центр экологии в городе Бресте, один из крупнейших по коллекции ботанической, то есть у нас есть сады открытого грунта, вот зимний сад. Я думаю, что эта роза найдет свое, скажем так, заслуженное место в нашей коллекции, в нашем розарии. Наши биологи нашли пригожий отказ. Мы тоже, скажем так, не остались в долгу перед французскими гостями, подготовили им подарок, то есть роза, которая была выращена в лаборатории биотехнологии нашего университета. Роза, флорибунда. Знакомство с Беларусью – еще одна мета визиту. Кажуть, до этого часу об нашей стране не ведали амаль ничего. У интернете, коли я набрал Брест, знайшов цікавую информацию про то, что газета «Брестский курьер» организовала поездку, якая здольная объединять европейские города под назвой Брест. И таким чином я наведался, что існує Брест и у Беларуси. У нас самое становшее уражение от всего, что бачили. Уразило то, как вы умеете берегши помники, якія кажуть об вашей истории. У вас вельми прихожая природа. Вядома, шмат эмоций от сустрэч с людьми. Нам запомнится теплоня сердца, за якой нас примали. Гэты визит можно назвать классичным прикладом народной дипломатии. Простые жыхары двух Брестов наладживают мосты сябровства и узаеморазумения без официальных документов и официальных звонков. На уровне администрации отношения есть на бумагах, а на уровне народа как-то так было туговато. И вот это такой посыл очень хороший, потому что сейчас они познакомились, наверное, с 20 интересными людьми, организациями, окунулись в среду нашего города, побывали во многих местах, была для них интересна и Пуща, и на Полесье успели побывать. И все взахлеб это писали дневники свои, будут рассказывать своим брещанам, те, которые собирались, но не отважились с ними приехать, как они выражаются. Надеемся, что увидим здесь более, как сказать, большие группы. Ну, а ружи по весне во всей красе смогут убачить и жыхары, и гости нашего Бреста. Яны займут свое место каля ваходу у зимовый сад. Татьяна Колокольцева, Сергей Лушников, телерадиокомпания «Брест».